Не знаю, может, это благородно с их стороны, но... Ну, черт возьми, оно же скоро испортится. Куда мне столько мяса, что я с ним буду делать? Ладно. Они просто хорошие ребята. Мне столько чисто физически не нужно. Ладно, испортится, так испортится. Ничего, к сожалению, с этим не сделаешь. Он уже что-то сломалось. У нас потихонечку утрится. Вот, начинается. У нас есть мясо, и поэтому я считаю, что я сейчас быстренько соберу травки. Вот, и попробую где-нибудь там построиться. Найти какое-нибудь местечко. Вообще, ребят, так чисто для интереса, кто-нибудь вообще здесь есть? Ну, в смысле, смотрит ли меня кто-нибудь? У меня, к сожалению, монитора просто нет. Вот, дополнительно. Ну, просто отзовитесь, я не знаю. Не, никого. Ну, ладно. Не, вот куда я точно не хочу, так это в горы. Что-то я обознался. Хотя... Посветлее бы было. Можно же сделать факел. Факел, факел, факел. Ну, шестерочка. Так. Так, вот здесь вот пляж, да? Здесь за камнями, что ли, маленькую хибарку сделать? Или за вот этим большим камнем. Наверное, лучше здесь сделать. Ну да, вот где-нибудь вот здесь. Я, в принципе, не так запален буду, и тут камней навалом. Будут меня защищать. Так, ладно. Приступим к постройке. Так, что там нам надо? Фундамент нам нужен. А чтобы сделать фундамент, нам нужны доски. Ну, чё, поехали. Что я могу сказать? Как хорошо-то нападало-то. Неужели мне настолько холодно? Давайте-ка маленькую хибарку уже сделаем. Так, наверное, будет 3 на 3 в самый раз, да? Значит, нам нужно... Раз. А, я только одну-то и смог сделать. Трава нужна. Ну, погнали в поисках травы. Ой, ладно, ладно, все, не мерзнем. Сейчас пойдем отогреемся на пляжик. Ну, трава, где ты? Нету травы. Ладно, значит, наше место переезжает, потому что здесь, к сожалению, травы не собрать. И нет, вот что-то потихонечку собирается. В 14. Ага, 15 надо.
В горах вообще, видимо, тут напряженка старовой. Ух. Этот звук меня постоянно пугает. Уж не знаю почему. Ну, отлично. Я, походу, много травы набрал. И, наверное, надо возвращаться к тому месту. Я вот здесь вот я нашел такое тоже хорошее место, более-менее. Хотя, мне оно не нравится тем, что практически на виду. А вот здесь вот... Во! Вот здесь совсем другое дело. Так, поехали. Щепки нужны. Да что ж такое-то? Ладно, я хоть посмотрю, как они ставятся. Интересно прям. Так, значит... такой навес еще прям. Такой нехилый. Уху, я думаю, они маленькие. Так, ну ладно. Лёп. Нет, не поставил. Опа. Тихи. Забавно. Так, еще один. А, то есть он хотя бы приклеивается. Уже хорошо. Угу. Так, щепки нужны. Это мы быстро сейчас. Я, к сожалению, свою естественную защиту убираю, но нам надо быстренько собрать все это дело. Поэтому просто нет другого выхода. Не знаю, на маленькую хибарку уже, в принципе, тянет. Так, сейчас. Сейчас посмотрим, как стены. Ага, то есть... Даже вот так. Ну что ж, хорошо. Значит, поставили. 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 Ух. Красота. Окон, конечно, нет, но это ладно. Это уже мелочи, я думаю. Я думаю, когда спасаешься от динозавров, не об этом надо думать в первую очередь.
Всего две. Почему мне постоянно не хватает? А, травы опять не хватает. Ну да, травы конкретненько так надо подсобирать. Вон, что меня ничего не сожрало. Я же второй раз это место не найду. Ну нет, ну да вы что, тут кто-то бегал. Ну ладно. Мне это не важно, в принципе. Бегал тут кто-то или нет. Главное шкуру свою спасти. А остальное. Пускай хоть табунами бегают. Ну вот, отлично. Царские палаты. Ой-ой-ой, мне жарко. А, зато тут быстренько вот так вот выпрыгнул. Это жарко. И все, вот тебе здесь озеро. И искупаться, и водички набрать. В принципе. И вон крокодилу подразнить. All inclusive. Что ж такое? Как-то я перегрелся. Ой-ой-ой. Вообще не соображу. Мне постоянно пишет, что я перегрелся. Хотя, по сути... А, ну вот, наконец-то. Надо просто посидеть подольше. Нет, это не помогает, странно. Ну ладно. А, пираньи водятся. Ух ты. В общем-то, да. Ну, чуть-чуть осталось до левелапа. По всей видимости, следующее, что мне надо прокачать, это все-таки одежду. Потому что иначе меня вообще поплохеет. Сделаем крышу. Крыша, крыша. Не сделаем мы крышу. Щепки нужны. Ну, погнали за щепками. Мужичок у меня прям вообще меня угнетает своими негодованиями. Ну, конечно, да, посмотрел. Посмотрел бы я на себя сам. Так, ладно, для безопасности тогда надо будет... Ага, ну конечно, 25 надо шкур. Ага, у меня столько нет. Так что будем надеяться, что наш мужик просто коней не двинет. И с ума не сойдет. Так, крыша, 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 крыша. А, только две. Что ж такое-то? Так, 4, 10, еще щепки нужны. Отлично, наконец-то.